В течение очень долгого времени в русской церкви не было собственной системы богословского образования. На самом деле грамотность населения и даже грамотность священников была чрезвычайно низкой, так что многие священники не читали необходимые для совершения богослужения тексты, а просто заучивали их наизусть и просто наизусть их произносили, повторяли и таким образом совершалось служение. И даже там, где какое-то минимальное начальное обучение грамоте было, тем не менее не было какого-то последовательного, систематического богословского, там, высшего богословского образования. Я уже говорил, что это не была катастрофой до тех пор, пока между Россией и Византией существовали достаточно тесные связи, потому что многие русские могли поехать в Византию, если им действительно было необходимо образование и учиться там. Но после того, как связь между Россией и Византией разорвалась, уже это стало проблематично, а после того как Византия была завоевана турками, практически невозможно, потому что учиться стало негде. Вообще завоевание Византии Турками так исторически одна из один из поворотных моментов в истории цивилизации, по той причине, что когда турки все-таки захватили Византию, то многие византийские ученые, представители византийской культуры, в том числе представители византийского богословия, из завоеванной Византии бежали, бежали в основном на запад. И там, находясь на западе, они, по крайней мере, часть культуры смогли передать западному обществу, и это послужило толчком к началу эпохи Возрождения. Эпоха Возрождения и с ее интересом к первоисточникам, с ее интересом к первоначальным документам, в том числе и к источникам священного писания, во многом определила и последующую реформацию. Так что для Запада падение Византии, было ну, одним из ключевых элементов, который привел к реформации и привел к появлению протестантской церкви в том числе. Конечно, это не намерено, но, по крайней мере, прослеживается достаточно тесная связь. А вот для Руси падение Византии было наоборот катастрофой, которая не привнесла новую волну в культуру, а лишила той подпитки, которая была до этого момента. И поэтому практически безо всякой грамотности, без богословского образования в течение чрезвычайно долгого времени оставалась Русь и оставалась русская церковь, Первое высшее учебное заведение в России было организовано в 1684 году. Это Славяно-Греко-Латинская академия в Москве. До этого высших учебных заведений вообще не было. А 1684 год это уже несколько столетий после падения Византии. А если говорить о системе образовательной, именно как о системе, когда есть установленная структура из школ, там, училищ и каких-то более высоких учебных заведений, то эта система была создана только Петром Первым. До Петра Первого, то есть до 17 века, образовательной системы не было. Где-то кто-то мог частным порядком учиться, на этом все заканчивается, заканчивалось. Но Петр, проведя многочисленные реформы, в том числе провел и реформу образования, создав систему учебных заведений, причем светских учебных заведений и систему духовных учебных заведений. И когда мы подходим к вопросу о духовных учебных заведениях, то откуда брать кадры? Где, откуда возьмутся учителя, которые теперь в русских учебных заведениях будут преподавать? Проблема была не очень большая, потому как в 1654 году Малороссия при Богдане Хмельницком была присоединена к России. А в Малороссии уже есть и Киево-Могильянская академия, и система образования, и в результате грамотные люди, и вот как раз малоросские совещенники, малоросские учителя, малоросские профессора были перемещены в Москву и стали основанием для образовательной системы в России. Поэтому все особенности малоросской учебной системы в том числе и псевдоморфоза православного богословия, западное пленение православного богословия, которое было в Новороссии, так благополучно перекочевало на русскую почву и стало основанием для богословского образования теперь уже здесь. И поэтому, если говорить о русском образовании, о русской там, богословской школе, о русских духовных учебных заведениях, то они характеризовались а, все тем же схоластическим подходом к обучению то есть использовалась традиционная западная модель учебы и западная модель мышления преподавание в этих учебных заведениях велось на латинском языке то есть представляете если вы хотите получить духовное образование то вы должны выучить латинский язык и потом на латинском языке проходят все занятия и все общение проходит на латинском языке. Кстати, не латинский язык, русский язык было запрещено вообще употреблять в учебных заведениях. Были различные методики вразумления у учеников. Ну, например, если человек произносил русское слово, то ему на одежду пришивали кусочек черной ткани. И так вот в течение недели он обрастал черной тканью в соответствии с количеством произнесенных русских слов. В конце недели в соответствии с количеством э, э, черных кусочков получал соответствующее физическое наказание. И, в общем, люди достаточно быстро изучали латынь э, и отучались от использования русских слов использовались учебники на латинском языке, так как оригинальные учебники создания процесс долгий, да и может быть и не все и всегда были готовы создавать, то учились в основном по католическим и протестантским учебникам, написанным на латинском языке, что еще сильнее усугубляло вот это вот западное пленение русского богословия, и латинский язык активно использовался, вот начиная со времен Петра и, по крайней мере, до середины 19 века. Только в 19 веке начинается потихонечку какой-то переход в обучение с латинского языка на русский язык. Теперь посмотрите. Человек мечтает быть священником и желает получить богословское образование. Он отправляется в духовное учебное заведение, учит латинский язык несколько лет разговаривает только на латинском языке, забывает русский язык, читает латинские богословские учебники, читает в основном латинских отцов церкви, возвращается в православную церковь, а ему нужно на русском языке общаться с народом, ему нужно служить на русском языке, ему нужно знать богословие, литургику, практику греческих отцов церкви, которых он знает достаточно плохо. Мы с вами уже говорили, что в социальном отношении священство превращается в некую замкнутую касту, потому как с одной стороны они не слишком близки к чиновничеству, и народу это не нравится, с другой стороны они слишком близки к чиновничеству, и высшему свету это тоже не нравится. Но они превращаются в замкнутую касту не только в социальном отношении, они превращаются в западную касту еще и в лингвистическом отношении. Возникает особый священнический язык, представляющий собой смесь там, русских и латинских корней. И кое-где в литературе это обыгрывается и пародируется. Так что друг с другом-то они общаются хорошо, а для служения в православной среде они приспособлены плохо. И возникает серьезный разрыв между богословием и практикой. Мы можем задаться вопросом это интересно, это важный вопрос почему же, собственно, в таких условиях православие не стало католичеством? Потому что язык, да, латинский, католический, учеба католическая, люди воспитаны фактически в католической традиции, но православие все равно сохранилось и не исчезло. Православие было спасено литургией литургия, я напоминаю, в православии строго фиксированное богослужение. Что бы ты там ни думал, и какое бы католическое образование у тебя не было, ты не имеешь права на какой-то произвол. Ты должен произвести строго определенные слова в строго определенный момент времени. И вот эти вот слова, в которых фиксируется православное богословие, содержится православное богословие, они в каком-то смысле спасли православие как конфессию, и православие не стало католическим. Просто внутри православия создалась такая напряженность, раздвоенность и несоответствие между церковной жизнью, церковной практикой и богословием и богословствованием. Поэтому Флоровский говорит не о полном изменении, а о псевдомофозе. Будто бы только псевдо, будто отчасти преобразовалось православие в католичество, но этот процесс не пошел до конца. Поддержите тв семинаре молитвой и финансами. Не рассчитывайте, что пожертвует кто-то другой. Так думают многие, и хорошие проекты перестают существовать. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию о чем молиться и как пожертвовать вы можете найти на сайте tv И вот, э, с чем же православная церковь вступает в XIX век. Мы с вами уже говорили, она вступает туда как ведомство православного исповедания. Что не добавляет ей особого уважения. И она вступает еще в, в таком вот раздвоенном, смешанном и непонятном богословском отношении положении, что тоже не добавляет уважения, внимания к православной церкви со стороны ну, широкого круга людей. А по этой причине такая официальная церковная духовность, официальная церковная жизнь. А для многих, действительно ищущих какого-то глубокого, подлинного поклонения Богу, оказывается недостаточной или неприемлемой. И XIX век – это век такого мощнейшего богоискательства в православии, поиск каких-то альтернатив официальной церкви, о которых мы поговорим чуть позже. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.